Поверьте, сударь, вам недолго ждать. Париж еще узнает, Париж еще узнает, Париж еще узнает Д'Артаньяна. 1 и 2 декабря 2011 года в Театриуме на Серпуховке состоялась московская премьера мюзикла «Три мушкетера» компании «Мюзикл Трейд». Продюсер Вячеслав Гнедак, режиссер Александр Маракулин. Этот спектакль не об эпохе. То есть это спектакль о вечных ценностях. Да? Это дружба, настоящая мужская дружба, это любовь, это какие-то вот переживания, связанные там с предательством и еще что-то. Поэтому эта история настолько жива, наверное, поэтому она и пользуется такой большой популярностью и по сей день. В спектакле заняты звезды эстрады, кино и телевидения. Наталья Гулькина, Евгений Воскресенский, Сергей Шустицкий, Татьяна Абрамова. Уже признанные звезды мюзиклов Москвы. Александр Маракулин, Петр Маркин, Антон Арцев, Светлана Светикова, Антон Деров, Павел Максимов, Денис Демкив, Мохаммед Абдель-Фатах и другие. Ряды забияки. Общим мнением создателей мюзикла стало то, что нельзя найти более популярное и весьма любимое музыкальное произведение с таким большим количеством хитов, как «Три мушкетера». Композитор Максим Дунаевский дал разрешение на постановку мюзикла первым. Я думаю, что весело, непринужденно, хорошо. Молодые ребята прекрасно поют, вот, прилично играют. И мне кажется, что этот спектакль должен пойти. Дороже истины и мира, и войны, когда влюблен. Специально для постановки двухактного мюзикла Марк Розовский переписал первоначальную, написанную им же в 1973 году, трехактную пьесу, по которой до 1980 года спектакль «Три мушкетера» шел в 100 театрах страны. Думаю, что сегодняшний вариант спектакля, сегодняшняя версия сильна прежде всего верностью уже вот новому качеству, которое пришло в наш российский театр. Действие спектакля разделено на две части. В первой жизни действие следующей части происходит в Бетюнском монастыре. Миледи и настоятельница разговаривают о событиях, связанных с алмазными подвесками. Все герои именно такие, какими мы представляли их в детстве. Обладатель необычайной силы гигант Портос, смелый Атос, изящный Арамис и, конечно, гасконец Д'Артаньян, совершеннейшая деревенщина, каким он и был описан в начале романа, но деревенщина обаятельная. Итак, сударь, это вы, Д'Артаньян из Биарна? Да, ваша светлость. Я к вашим услугам. Подождите, вы же еще не знаете, что она ходит куда угодно. А угодно кому? Тому, кто ее играет. А что делает король? Это самая слабая фигура, но постоянно требует защиты. В частности, существует несколько ветвей рода Д'Артаньян, который же принадлежите вы, юноша. Я сын того Д'Артаньяна, который участвовал в войнах за веру вместе с великим королем Генрихом. Отцом его величества короля. Итак, вы тот Д'Артаньян, который покинул свою Гасконию, нашу вонючую провинцию, и направились в столицу искать счастья. Не так ли? Пересекая Мэн, с вами произошла какая-то история, не помню. Обратите внимание, миледи, что эти южане сделали с бедным животным. Эй, Гасконец! Где ты нашел такую ублюдочную лошадь? Тогда, когда пожелаю. Но я не позволю вам смеяться тогда, когда я этого не желаю. В самом деле, сударь? Обернитесь. Обернитесь-ка, сударь, чтобы мне не пришлось ударить вас сзади. Капитан королевских мушкетеров. Да, случается, что мелкое препятствие может помешать достижению великой цели. У вас было рекомендательное письмо господину Тревилю? Да. Да, ваша светлость, но во время этого несчастного приключения в Менге один негодяй! Письмо пропало, я знаю, но господин Тревиль устроил вас в роту своего... Шпаги на голо дворяне!
Вячеслав, добрый вечер еще. Добрый вечер. Самый первый вопрос. Есть фильм, мюзикл, не спугнет ли людей, которые уже разобрали цитаты? Всем известное кино. Да. Вы знаете, что в году так 70, наверное, ошибусь, да, но тем не менее скажу, в году 72-73 уже существовал спектакль, и это был самый настоящий мюзикл, игрался он в Москве и был чрезвычайно популярен. Поэтому я не думаю, что мы скорее возродили спектакль, нежели возродили кино, поэтому я думаю, что как бы он будет иметь успех. Ну, я, по крайней мере, в этом не сомневаюсь. То, что касается команды, которая подобрана для главных ролей, второстепенных, почему выбор пал именно на этих людей? Команда просто потрясающая. Дело в том, что у нас, в принципе, не существовало в России еще школы мюзиклов, но, тем не менее, уже сформировалась некая команда мюзикловых артистов, актеров, которые вполне достойны для того, чтобы соперничать с какими-то бродвейскими постановками. Поэтому одни из самых лучших актеров, одни из самых лучших персонажей, они у нас в команде, вкупе также с актерами эстрадами, кино. Поэтому тут очень такой крутой и веселый замес. Я думаю, что мы просто обречены на успех. Я, насколько знаю, что мюзикл уже гастролировал. Да, мы проехали несколько городов, это был такой некий пробный шар, потому что всегда страшно выходить на Москву. Москва – это самый суровый зритель, поэтому немножко нам нужно было откататься. Мы это сделали, и теперь, я думаю, что готовы, просто во всеоружие. Какие моменты во время подготовки к мюзиклу вам запомнились в процессе работы внутри самой команды? Вы знаете, прежде чем мы приступили непосредственно к репетициям самого спектакля, 2 месяца у нас были серьезные уроки фехтования. То есть у нас все вообще очень часто в спектакле. Если дерутся на шпагах, то дерутся так, что кровь идет. Если стреляет пушка, стреляет так, что первые два ряда пригибаются, либо выбегают. Но потом главное перетерпеть, да, дальше все будет лучше. Кому бы вы рекомендовали пойти на мюзикл и кому бы не рекомендовали? Вы знаете, это мюзикл на, что называется, для всех возрастов. То есть, если наша предыдущая постановка «Кабаре», я бы не рекомендовал на эту постановку брать детей, то сюда я рекомендую брать. Вообще, как бы, тема, когда задумался этот проект, заключалась в следующем, что вот такой 40-летний, 50-летний отец семейства берет за руки своих детей и говорит: ну, пойдемте, ребята, я вам покажу то, на чем я вырос. Вот. Спасибо. Таким образом. Да. Что дальше? Итак, они встретились прямо под носом у короля и кардинала. И это значило что? Что?
вот мы сегодня говорили о том, что все вокруг физика. Вот я хочу сказать, что вот это вот, да. Это не физика, это магия. Да. Евгений Александрович. Это не физика, это лирика. Вашего это магия, это не лирика. Магия. Я буду настаивать, что это магия. Хорошо. Вот скажите, вот вы как комедийный актер, да? Здесь у вас роль драматическая, серьезная. Ну да. Вот. И вы еще и поете. Ну да. Вот это две несвойственные. Еще и пританцовываю немножко. Ну вообще, ну это две несвойственные вам вещи абсолютно. Как вы с этим справляетесь? Для вас это большой стресс был? Да нет, стресса никакого не было. Это было очень интересно. У меня никогда мюзикла в моей жизни не было. Это первый мюзикл. И поэтому, а все новое, оно всегда интересно. Поэтому я взял с удовольствием сыграть эту роль. Вот, хотя она, конечно, драматическая. Первые репетиции от меня все угорали просто. Ну, будет какой-то смешной кардинал. Это впервые, наверное, в жизни будет такой. Мне режиссер спросил, как-то уже надо как-то посерьезнее. Ну вот, не знаю, что из этого получилось. Ну так вот, я критически к серьезу уже подошел сейчас. Вот. Но хотя там есть комедийные моменты какие-то. Может, все-таки это мюзикл, все-таки это шоу. И без каких-то комедийных моментов невозможно обойтись. Поэтому там есть одна сцена такая смешная. Потому что известно по историческим фактам, что король был влюблен в королеву. Вот, и тайно как-то ее посещал, вот, ну, не и в смысле, все об этом знают, ну, вы не знаю, кто знает, не знает, тем не менее, вот, об этом поется в моем романсе, я об этом пою королеве, пританцовываю, и, как бы, желаю ей, как бы, ответного, жду ответного чувства, она говорит, что нет, это невозможно, она, наверное, королю, и меня, наверное, не может быть никак меня полюбить, вот, то есть, такая вот интересная факт из жизни, историческая, но мы здесь ее преломили в шаржевом смысле, так что я, Владимир, не обошелся в этой роли. Скажите, на какой репетиции актеры перестали колоться, глядя на вас, вот, когда вот вы это ближе к премьере. Ближе к премьере, в общем-то, да. Так что вот, ну, а что будет, не знаю, посмотрим. Ну, и все-таки на всякий случай еще мало ли вопрос. А это просто, вы считаете, что вы стали серьезным актером, то есть напустили на себя серьезность, стали играть? Или они просто привыкли уже к этому, поэтому? Нет, ну, тут с обеих сторон, как бы, и с одной стороны, я напустил серьезность, с другой стороны, они так просили, что, ну, надо, потому что в спектакле должна быть какая-то злая сила. Ну, как бы по роману понятно, что вот он такой плохой, как бы, и он должен быть серьезным. Ну, злой силы бы... с таким лицом не бывает, вы же понимаете. Да. Ну да, но все-таки я стараюсь. Я стараюсь, чтобы я все-таки был таким отрицательным все-таки персонажем в этой, как бы, драматической роли. Поэтому это нужно. Нужно спектаклю, чтобы был такой злой, плохой. Вот, и серьезный. Я очень стараюсь, но не всегда получается. Уже удачи вам на этом поле. Спасибо. Посмотрим, что получилось. Да, спасибо. И спасибо вам. Приходите, мы всех приглашаем на все мюзиклы, и на наши, и не на наши. В общем, надо улыбаться, смеяться, музыка шикарная. Я должен сказать, что в этом мюзикле главный герой – это музыка Дунаевского. Да. Старый еще по тому фильму. Конечно, все будут сравнивать, но музыка действительно главный персонаж этого мюзикла. Поэтому музыка шикарная. Приходите слушать музыку. В главной нас. Роли второго плана Евгений Воскресенский. Да, я во втором плане, да. После музыки Дунаевский. После музыки, я да, после музыки. Да, ну, по-моему, тебе. Я прав. По-моему, ты прав, да, абсолютно. Я прав. Спасибо большое. Что-то такое вот. С орденом что-то. Нет, ну, это орден, да. Кстати, это мой орден, это мне дали орден магистра красоты. Это настоящий? Настоящий орден мне присудили, да, какая-то благотворительная организация с какими-то даже камушками. Mm-hmm. Вот, я магистр красоты, по-моему, прям точно. Вот, ну, этот орден, я думаю, вот к этому прям, костюме его надо получать, вот это вот магистр красоты. Там ленточка, правда, другая, с российским флагом. Российский, таким, трехколорный. Ну, вот, в принципе, вот красный, белый, синий, это все соблюдено. Ну, это вот я, да, это я к выборам вот готовился. Это, в общем, белый, красный, синий, я к выборам готовился. Это очень актуально, понимаете? Да, все на выборы. Ришелье вас благословляет на выборы. Аминь. Первые отзывы о московской премьере заставляют верить в то, что прокат мюзикла будет весьма и весьма успешным. Пожелаем труппе удачи!